За 88 тысяч. 88 тысяч. Нужно, конечно, пофлексить немножко. Часы, Ulys Nardin. 50, куда там показать, не знаю, тысяч долларов. Там поддельные документы и несколько паспортов разных стран. Мне сначала подарили его такой. А потом денег потребовали. Ну да, получается, что так. Ну, криптовалюта кормит. Вы видели вообще курс биткоина? Могу себе позволить, значит. Всем привет, с вами Юлик, мы находимся в Питере. Давайте узнаем, почем стоит лук местных жителей. Привет, я рэпер Скайп. Ты рэпер? Да. Ничего себе. Я вот, смотрю, у тебя прическа такая, да, необычная. Так, ну расскажем по почкам, пройдем вот у меня очечки. Конечно, погода ненастная, но нужно, конечно, пофлексить немножко. А сколько стоят очки? Очки стоят, ну, примерно 1,5 где-то вот так. У меня вот тут платочек мамин. Ну, он, конечно, бесценен, но по факту... От мамы, конечно, бесценен. По факту в косаре где-то. Впереди у меня бомбер Скотт. Крутой бомбер, мне прям нравится. Спасибо. Купил его на Авито за 7500. Кофточка. Порванная, гранж, все дела, андер. Покупалась за 700, вот мы ее порвали с другом на кухне, когда нам делать нечего было. Футболочка Ялта, 1970, это местный андеграунд рэпер. Ремень Carhartt, тоже бесценный. Вот ремень 1,5. Джинсы покупались в Перми, в секонд-хенде за 1000 рублей. Крокс, ботиночки, около десятки. Можешь что-нибудь зачитать? Могу зачитать Оксимирона. Давай. Доль Львога летечет, котом на плечо, боль в груди, тантань, ничок открытый, фомка не плечом, сколько миль еще, перелет короткий был не в счет, до гибельный час, фургон набит коробками с мерчом. Меня зовут Таня, я учусь в университете Герцена. Что на тебе надето, сколько стоит? Конверсы, Валберес, 1002 примерно. Носки тоже рандомный набор с Валберса, рублей 100. Джинсы Бифри примерно 3000. Кардиган Бифри 4500. Шарф с уделки за 200 рублей наторговала. Куртка моего бати украла. Сумка тоже Валберес. Примерно 1000 рублей. Наушники Бижутерия. Наушники JBL 3000. Бижутерия бесценна. Что-то украла в Бифри, что-то украла у друзей. Как зовут, чем занимаешься? Меня зовут Толя, я начинающий блогер-стример. Я одел сегодня из шмоток, наверное, кроссовки свои. Стоят они 1015-16, вот где-то так. Носки, короче, украл своего кореша. То есть носки 0 рублей? Носки 0 рублей, они украдены, нормальные такие носочки. Брюки шикарные на самом деле, брюки вообще. Заказывал я их за 1004, то есть тоже -5. Водолазка просто футболка обычная, стоит она рублей там 500-600, там она такая беленькая с каким-то иероглифом. Водолазка тоже Asos. По-моему, она стоила 1002. Шарф, кстати, с Hello Kitty. У меня где-то тут... Вот, Hello Kitty у меня. Мне сначала подарили его такой. А потом денег потребовали. У меня его украли. Я купил себе точно такой же на Валберсе за 3000 тоже. Mm-hmm. Где-то, ну, или за 2500. То есть сейчас он стоит, мне кажется, гораздо дешевле. Пальто самое обычное. То есть я его заказывал себе около 5000, там... 4500 скорее даже, что-то такое. Тоже такой интересненький кардиганчик у меня. Заказывал я его в интернет-магазине. 4300. Сумочка тоже обычная, на самом деле, с Валберс я заказал. Вот где-то 1000, то есть 1100, ну, от силы. Миша, раньше у меня был сервер GTA 5 RP популярный, сейчас криптовалюта, всякие темки, бар на Рубинштейна вот есть свой. Ну расскажи, сколько что стоит, где брал? Ну смотри, вот это вот из Дубая, $1300, Off-White носки, DLT 15 тысяч рублей, это штаны, Travis Scott, Cactus Jack и прям вот коллаборация с Макдональдсом, видишь, Balenciaga, свитшот, тоже дефолтная штука, 130 где-то тысяч рублей. Alpha Industries и Vetmo коллаборация, 400 тысяч рублей. 400 тысяч рублей. А можешь показать ее сзади? Вот оно, рукава Vetmo, 80 тысяч рублей, long sleeve. Крест из церковной лавки за 50 тысяч рублей. Часы Ulys Nardin, 50, куда там показать, не знаю, тысяч долларов. Что еще? Очки. Calvin Klein очки, баксов 500 в Таиланде. Чем ты занимаешься, что так много зарабатываешь? Бар на Рубинштейна, криптовалюта, майнинг, тон скакнул жестко, кстати. Все, живу, кайфую. Как зовут, чем занимаешься? Андрей, 23 года, темщик. Расскажи, что на тебе надето, сколько это стоит? На ногах доктор Мартинс, это броги. Сразу видно, человек не занимается темками, обманывает. Меня Мартинс это такие ботинки кожаные, они только такие бывают. Покупались они на выпускной, году в 18-м, стоили 15 тысяч рублей, сейчас, я думаю, дороже. Носочки Uniqlo. Можно продать, ношеные. Возможен нюанс в виде дырки, короче. Брюки и пиджак, это костюм двубортный, стоил он 30 тысяч, и 3000 подогнать под себя. Плащик.
Тоже он из питерского шоурума, как и этот костюм. Стоил он 25 тысяч. Да. Я смотрю, на тебе очень много аксессуаров. У тебя кольца, у тебя очки, у тебя цепочка. Что это такое, расскажи? Часики Сертина Каймана. Стоили они 1025 и браслет к ним 10. Ну, то есть около 30-ки, наверное, они сейчас стоят. Сумочка тоже из питерского шоурума. Стоила 5 тысяч рублей. Сейчас я заходил в магазин, там что-то она 6 вроде уже стоит. В сумочке еще аксессуары или? Нет. Там поддельные документы и несколько паспортов разных стран. Очки? Очки стоили 13 тысяч рублей. Это очки для экранов, потому что у меня очень стоят глаза из-за работы, из-за того, что в телефон постоянно или в компьютер. Стоили 13 тысяч, да. И, короче, они прикольные, что их можно носить целый день, потому что они, короче, синие лучи не пропускают, и глаза отдыхают из-за этого. Вот так вот. Привет, меня зовут Катя, я дизайнер, тату-мастер. А на тебе одежда своя? Да, моего бренда, это мой дизайн, мой пошив, моими ручками все сделано. Сейчас, например, такая юбка стоит 12 тысяч, а худи 9. Обувь No Name, наверное, 1003, очки мне подарили, но думаю, они стоят около 1000 рублей, не больше. Как зовут, чем занимаешься? Дана, учусь в колледже на живописи. Расскажи, что на тебя надето, сколько стоит? Ну, давайте начнем сверху. Тут топ за 11 тысяч от Рохи, вроде так читается. Потом идет свитер из кашемира за 88 тысяч. 88 тысяч? Да. Потом шарф от Balmain за 20 тысяч рублей. Снизу у меня Мира Мия за 7 тысяч. Челси от номер 21 за 25 тысяч рублей. Пальто, но я не знаю бренда, честно, и вообще это был подарок от мамы, поэтому можно сказать, что бесценно. Кольца — это тоже подарки, но тут я уже знаю цену, тут все по 6-7 тысяч примерно. Ну, брекеты. Брекеты тысяч, наверное, 200. Ну, у меня только на верхней пока что стоят, но 65 тысяч. Вадим, занимаюсь арбитражем криптовалюты. О, неплохо, неплохо. Да. Что на тебе надет, сколько стоит? Так, ну сегодня на мне Джорданы 4 Top Haze, стоят 45 тысяч. Штанишки Stone Island покупал тут, в DLT, что-то по скидке стоили тоже в районе 40. Зипка Chrome Hearts заказывал с Грейлда. Ты как будто всю жизнь готовился, да, к этому всю жизнь моменту. Готовился к этому моменту. Стоила она 800 баксов. Значит, жилетка у меня рекомендована. Она стоила 80 тысяч. Ну да, получается, что так. Ну, криптовалюта кормит. Вы видели вообще курс биткоина, между прочим? Могу себе позволить. Значит, рекомендована жилеточка стоила, ой, по тем временам уже точно не помню, ну, вроде бы 1200. Значит, тут Supreme Box лого, брал на дропе в Милане, получается, стоило баксов 50 или 60. Бижутерия, кольца, рюкзак? Бижутерия, не-не-не, никаких колец, никаких рюкзаков, чтобы всегда, ну, как бы, бодреньким быть. Спортики. Ну, чтобы спортик, да, вот. Спорт – это жизнь. Меня зовут Айгиза, и я певица. Расскажи, что на тебе надет, сколько стоит? Это кашмау, начну с этого. Это башкирский национальный головной убор. Выглядит достаточно воинственно, да, как будто это броня какая-то. Это 6300. Это куртка, она стоит в два раза меньше, чем головной убор. 3000. Да, 3000. Футболка подарила моя подруга, она дизайнер. Джинсы на скидке здесь, в Питере. 2300. Кроссовки у меня Puma Cardi B. Это 7000. Часики мама дарила. Дорогие. Не знаю, сколько она потратила. Я думаю, 1020 точно. Сумочка? Сумочка 19. А что за сумочка? Это Love Maskina. Ну, если ты певица, можешь спеть что-нибудь. Story of my life, searching for the right, but it keeps avoiding me. Story of my soul. Вот где-то так. Что-то такое. Кусочек. Спасибо большое. Понял? Вот как-то так. Меня зовут Вика, мне 28 лет, и я работаю бариста. Расскажи, что на тебе надет и сколько стоит? У меня повседневный лук, это шарфик из Бифрим. А стоит он 2000 рублей, но очень обидно, что в тот момент, когда я его купила, он резко стал стоить 800. Джинсы базовые из Сина, ну, где-то 1500. Куртка, кстати, досталась мне бесплатно. Вот такое худи. Ну, где-то 2200 стоит. А футболка интересная. Она базовая, по идее. Стоит рублей 600, но здесь есть интересная деталь. Кепка Кардапиляне 20 тысяч рублей. Ничего себе. Шерсть натуральный кожаный ремешочек и серебряная ставка. Очки 10 тысяч для зрения. Серьги Соколов. Ну, 1000. Это серебро. И кроссы Фила. 8 тысяч. А колечко от мамы бесценно. Как зовут, чем занимаешься? Алексей. Я
Геолог. Геолог? Геолог-нефтяник. Нифига себе. Сколько зарабатывают геологи-нефтяники? Куртка. Я ее брал за 3,5. Футболка обычная, я даже не знаю, там она, наверное, косарь. Потом сумка Гуманист, это местный питерский бренд. Что-то в районе 4,5. Штанцы тоже Гуманист. Они, по-моему, в районе 6, что-то 6500. Обувь. Но что за бренд, я не помню, но где-то они в районе что-то 12. Кольца, бижутерия, может, вообще никаких? Не, никаких, ни колец, ничего. Как зовут, чем занимаешься? Роман. Сейчас я перехожу на другую работу, поэтому особо ничем. Единственное хобби там гитара, рисую. Что на тебе надето, сколько стоит? Да, на мне, в общем, обычные ботинки. Я брал где-то Resurfed 1003. Эти джинсы вообще достались мне бесплатно, почти что в Glory Jeans за 1000 рублей. Вот рубашка, которой горжусь, нашел случайно в Нью-Йоркере за 1800. Ну, футболка это с Wildberries, там она специально тоже такая мятая. Я сейчас к таким вещам фактурно прихожу, чтобы они были все такие шершавые какие-то. Ну, вверх у меня просто фамилии нашел за 5 косарей. Че, кепка? Тоже где-то с Wildberries, там, в районе 1000 рублей, 800, наверное, стоит. Бижутерия, сережки? Ну, это все так, типа, нержавейка, просто смотрится круто, я люблю металл, и тут то же самое, какого-то серебра, единственная там цепочка вот такая микро. Цепочку мне подарили, а это все стоит, ну, где-то в районе 1000 рублей каждое кольцо. Что на тебе надето, сколько стоит? На мне надета оригинальная куртка из фильма «Однажды в Голливуде», «Wrangler». 60-х годов. Сколько она стоит? Мне повезло, я купил у коллекционера, которому она не особо была нужна. Я купил за 100 баксов. А футболка как, тоже как из фильма. Levi's или Levi. 50 баксов. Джинсы. Levi. 80 где-то баксов обошлись. Пряжка 50. То есть у тебя полностью лук. Ну, кроме ботинок, сегодня слишком холодно для мини-токи. Такую погоду холодновато, поэтому у меня сегодня мустанги. 3000 рублей. Очки? Очки, о, да, очки. За ними была дикая охота. Пришлось кучу интервью читать. В общем, это Foster Grant, тоже как из фильма очки. 50 баксов. А, может быть, часы, кольца? Часы, часы, да, тоже повезло. Получилось, как в фильме, урвать на торгах на eBay. Это 200 баксов. Citizen, тоже как в фильме оригинал. Как тебя зовут, чем занимаешься? Кирилл, учусь, студент в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. Дизайнером буду? Не дизайнер, маркетолог. Что на тебя надето и сколько это стоит? Ну, конвера, конверсы классические. 10 тысяч, к сожалению, стоили дешевле. Потом штаны Uniqlo, тоже, к сожалению, которое ушло, 3 тысячи. Пальтишко. Но это винтаж. Пальто интересное у тебя. Да, покупал за 5 на Авито у человека. Очень удачная покупка, я считаю. Почти полностью натуральная, кашемир. Перчатки бесценные, потому что это подарок моей второй половинке. Свитер. А можешь его показать? 1000. Ну, не свитер, это бадлон. По-петербургски, по такой водолазка. Обычная, спокойная. 2000 пломбир, потом кепочка. 1000 рублей спортмастер, все. А бижутерия, шарф? Сережки Asos, по-моему, стоили 1500, две штучки. Потом вот эти вот кресты, тоже, по-моему, 1500. И шарфик 500 рублей. Тоже стоит. Спасибо. Как тебя зовут, чем занимаешься? Меня зовут Илья, театральный деятель, актер, музыкант. Где снимался? Я учу. Как сниматься. А-а-а. Да, у меня здесь театр, вон в Герцена университете. Ты преподаватель? Я преподаватель, да. Что носит преподаватель, расскажи. Вот это вот кроссы. Вообще ноунейм, по сути, как бы на них есть. Лауф, это британская компания. 4500 где-то кроссы. Штаны 4500. Так, подштаньки, термобелье офицерское, бесценно. Офицерское тоже белье морское, тоже бесценно. Но... Ремень? Авито 200 рублей. Шарф 1500. Где-то так. Так, куртка ВБ-5, цепочка, бесценно, девушка сделала, ручная работа, можно оценить в миллион, кольцо также, также. Спасибо. Все, не за что. Как зовут, чем занимаешься? Маша, меня зовут, я графический дизайнер. Учусь в тряпочке. А что это такое тряпочка? Промышленных технологий как-то, дизайна. Как-то унизительно для... Нет, это есть тряпочка. Муха, а есть тряпочка. Это вот, я не знаю, ну типа в простонародье так называют. Что на тебе надето, сколько стоит? Конверсы 15, потом джинсы, это Зарина, ну 1000, 2,5. Потом просто водолазка, рублей 800 с Wildberries. Пиджачок с бортиками, это секонд-хенд. Рублей 800. Галстук, бусы. Галстук, бусы. Бусы тоже Wildberries. Тоже рублей 800. Это галстук мамы. Это бесценно. Вот. Да, это бесценно. Пальто Инчендем, по-моему, за 7 брала. И вот сумочка рабочего характера. Беретик
рублей 500, наверное, он очень старый. Колечки, ну, наверное, в районе 1000 за все вот 4. И сережки рублей 700. My name is Panjali. How much this all of what you got? 5,000.